Но начнем с не менее важного события. Управление пресс-службы информации администрации главы и правительства Дагестана выступило с официальным заявлением по поводу оперативных мероприятий силовых структур, проведенных 2 августа в Буйнакске и в Махачкале. В нем, в частности, говорится, глава республики находился в это время за пределами Дагестана. Он был проинформирован об оперативных мероприятиях силовых структур, имевших место 2 августа в Буйнакске и Махачкале. Уже сегодня, сразу по возвращении в республику, Рамазан Гаджимурадович ознакомится со всеми обстоятельствами происходящих событий и примет надлежащие меры по обеспечению законности и правопорядка во власти и обществе.